Я лучший в мире, или, по крайней мере, в России, специалист наслаждений коллекторского дела. Я обращаюсь к Шарке. Шарке много кто пытался, и практически ни у кого не получилось. Практически ни у кого не получилось сделать это. Выбить из тебя, из твоего сучьего рта, из твоего акульего дерьмового существа долг. Это ты, это я. У меня получится, детка. Я 100% выбью из тебя долг. Я! Без всяких сомнений сделаю это дважды или трижды. Сколько я захочу. Сколько я захочу, чтобы я как самый сасный коллектор забью тебе стрелку. И мне наплевать, что твой акулий мини-мозг, твой совершенно помойный рот акулий мне скажет: срочно стрелка в лесу Навуходоносора рядом с гильотиной Гран-Гильона на 43-й. Я знаю, что ты, как Шарки, любишь 42-ю, а я люблю 43-ю. Со мной Макс Фадеев. Он мне поможет. Приходи. Танец коллектора! Я пришел сюда для того, чтобы выбить очень классный долг. Потому что ни у кого из коллег не удалось сделать это! Сделать это, да. Потому что все бездарные, кроме меня. Зачем ты меня позвал? Лучше бы лежал на диване, пил водку. Слушай, я и так герой. Я уничтожил летающих акул и снеговиков. Что мне нужно? Нет. Позвали. Выбивать долги из какого-то Шарки. Водку принес хоть? Нет. Она в магазине! В магазине, да? Ну что, я извини, конечно, я слишком трезвый, чтобы вступать в бой с этой очередной акулой. Поэтому сейчас я, короче, в магазин пойду. Пойду в магазин. И вернусь. Как вернусь, так и вернусь. Я пока не выпил водки, я не буду ни с этими акулами бороться, ибо на трезвую голову с такими существами бороться нельзя. Ой, все, пошел. Ой, обломай. Шарки нет. Это не Шарки.
Нельзя целиться в небеса. Небеса могут пролить дождь. И тогда эта акула смоется! Дерьмовая. Ты спрятался тут? Я знаю, что ты зимнеустойчивое существо. Любишь зиму, да? Вот этот сугробик, это Шаркина, а я сильнее и умнее. Я буду медленно. О, да. Нет? 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 Гони деньги, сволочь! Гони деньги! И давай! Давай! Дула! Он чуть-чуть укусился! Это... О, кровь льется! Кровь льется! Давай, сдавайся, говори где. Говори где, говори. Да, Шарки, миленькая, скажи где. Скажи недоброму парень-мюколлектору. Скажи, детка. Я хочу тебе, чтоб ты сказала это. Теперь ты полностью в моей власти. Я надену на тебя шапочку, на твой хвостик. Тёлка, давай сожри меня. Я целую зубы. Я бес. Смертный коллектор наслаждался. Поискал счастье на твой мелкий глаз. Я направляю это ружье и... Так что, стой. Ничего не делал. Я сейчас проверю патроны. Беда! Магазин закрыт! Нету водки! Эй! Коллектор! Супер-пупер-коллектор, ты где? Я что, зря бегал в магазин, что ли? Ой, Шарки, это ты? Фу, Шарки, да? Слушай, а зачем меня позвали? Я что-то уже забыл, пока в магазин бегал. Ладно, только время зря потерял. Чтоб я еще раз прищуперся на частный вызов. Желаю подзаработать. Нет. Не припрусь. Лень. Лучше бы лежал дома сейчас. Или смотрел телевизор и пил бы водку.
А так все, только время потерял. Ладно, пошел я, даже тебя трогать не буду. Ты не снеговики и не летающие акулы. Я выбью долг из Максима! Долг с Максима! Фадеева! То есть из Шарки? Да.